Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые читатели журнала «Вестник арматурщика», портала «Армторг». Хотелось бы представить нашу гордость, новинку, кран шаровой серии «ГАЗ» под приварку диаметром 500. Завод долгое время шел к ней, вот наконец мы ее разработали и произвели. И хотелось бы надеяться, что благодаря дальнейшим заказам мы сможем производить их все больше и больше, дальнейшему спросу. То есть основная задача производства была произвести пока 500-ку стандартно-проходной. И, соответственно, после того, как мы произведем диаметр 500, стандартный проход, будем опускаться по ступеням и, соответственно, дойдем до 300-ки полнопроходной. А 300-ка стандартно-проходная на сегодняшний день у нас в линейке есть. Также, уважаемые коллеги, хотелось рассказать, но это уже не новинка, но тем не менее очень востребован на рынке, на сегодняшний момент активно покупают многие газораспределительные организации. Кран шаровый, фланцевый, полнопроходной, в размер задвижки 30С41НЖ, диаметрами 50, 80 и 100. Довольно-таки много мы их на объекты «Газпрома» уже поставили. Они востребованы ввиду того, что можно смело и легко заменить на действующих сетях при реконструкции задвижки 30С41НЖ на шаровый кран. При этом строительная длина шарового крана соблюдена, то есть, соответственно, 50-180 мм, 80-210 мм и 100-230 мм. То есть, очень удобно как проектировщикам, так и монтажникам монтировать данный кран, и при этом он является полнопроходным. При этом имеет ряд преимуществ перед задвижкой непосредственно. Это нет необходимости ревизии. Поставил кран и забыл. Успешно работает. Еще хотелось бы представить краны серии ГАЗ под электропривод. В частности, используем российские электроприводы ГЗ в силу того, что качественное оборудование и довольно-таки достойная цена. То есть, в частности, вот этот электропривод, это взрывозащищенный, то есть на объектах Газпрома, подведомственных Газпрому, очень актуален данный электропривод. Также производим шаровые краны для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа. В качестве изоляции весьма усиленного типа используем карбофлекс. И производим переходы под полиэтилен, под патрубки из полиэтилена. Данный кран представлен по запросу ГРО, сделан опытный образец, уже несколько таких кранов было поставлено, это краны для продувки трубопровода. По запросу также делаются краны с удлиненным штоком под электропривод, вертикальный, поэтому в принципе все позиции, все потребности наших заказчиков мы готовы удовлетворить. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги.